и горы кругом замечательные. Что за крики доносятся снизу? О, ты юная горнолыжница. Какая тяга к спорту. Пешочком. Молодцы, а между тем, здесь же есть подъемники. Можно было бы ими воспользоваться. Вот этими, например. А, с ними давай. Или вот этими. На Черное озеро. И на ледник. Вот и Маша. Как добралась, а? Мы когда шли, мы поняли, что надо было спуститься в Маршавино, подняться. Мы это тоже поняли. Мы не хотели вас. Не подождали. У тебя очков не очень много, Маша? А? Очков, говорю, не очень много набрала сегодня. Не поняла, что набрала. Очков немного набрала. Очок! А, очок? Да. А все случаи жизни. Ты, вы сообразили результат или нет? Мы же не могли вас бросать. В каком смысле? Мы бы так и поднялись бы. Где у них конец-то? У кого у них? Я просто посмотрела, как люди тогда едут. Мы что-то подумали. И решили, что неспроста. А мы подумали и решили, что у нас будет зарядка. А вообще, да? Да. Мы обожрались опять. А где Харьков? Сейчас найдем. Вот и Санча. Возвращается с ранчо. Чего он зашел? С ранчо. Ой, нет, а мы сейчас видим. Похоже, Саш, ты решил покататься. Ну, не все думают так, в таком приятном месте, что нужно именно кататься. Есть масса других интересных развлечений. Типа вот покурить, понежиться на солнышке, полюбоваться видами окрестных гор. Отдыхать, одним словом. Вот эти горнолыжники называются горнопляжниками. Что решили сделать немножко? Покататься сидя. Если вы любите кататься сидя, вам надо бобслеем заниматься. Саш, как насчет бобслея? Насчет бобслея. Там катаются, но сидя. Ну или хотя бы просто насчет баб. Узнаете? Что это там катится? Так далеко в горах. Это Маша. Маша приближается. Быстро приближается, а мы еще быстрее ее приблизим. А где же дискотеку? Успел? Привет. Привет. Ну успел? Как? Хорошо, а ты успел? Что так медленно? Господи, то быстро. То медленно. Ты сказал, ты не успеваешь достать камеру. Я ждала. Я не в этом смысле.
Ну, пап, ты сказал, что ты не тяжело кататься? Дождалась. Я не разбегаюсь. Я и маленькие дети. Зачем? Я получаю удовольствие. Я вот это вот. Сейчас не хочу Любители внетрассового катания выезжают из леса. Для нормальных людей трассы им уже не подходят. Давай, давай, Марина, давай! Трэбом! Спускаются с гор домой. Вот лыжники. А вот дом. Ну, лыжники. Давайте быстрее. Что-то они в нерешительности. Я потерял кадр. А, о, Сашка. Решительно, решительно. Как он домой-то решительно, а? Проголодался, может? Ты, может, тоже решительно домой. Ну, пора совсем домой. Марш домой! Опа! О! 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 Мы с маршавой навещали, Саша. А я знаю почему. Потому что вы карту не смотрите, указатели. А что забыли? А мы все очень сильно разогнались. Я, честно говоря, я с большим трудом ушел налево, вписавшись в поворот Лекош. Что-то ушел налево. И остановился там. Встретимся. Думаю, елки-палки, нету и нету. На Сашу, на Сашу. Нету и нету. В итоге я оказался дом первый. Мы могли еще дольше зависать, если бы мы уехали с Ашотом. Я выехал сегодня именно к его шале, и там встретился с Мишкой. Он вам по рации передал, что я здесь. Надеюсь, это было понятно? Мишка, да? Мы
мы, Миша, сказали, а смотри, что как люди живут. Прям в окошко. Да, я ответ этот слышал. Смотри, с каким маленьким, видишь? Ну что? Ну так бы никогда бы не попал. Нам портрет на вынос. Пицца на вынос. А вы пиццу не хотим? На вынос нет, не хотим. Если мы и захотим ее пиццу, ну только там. Усталые и довольные, они возвращались домой. Я тоже за ними ковыляю на лыжах. Начинаем короткий репортаж из французских Альп. Поехали! Что значит поехали? Надо готовить. Репортаж из французских Альп. Вот стою на асфальте, лыжи обуты. То ли же не еду, то ли что-то не так. Сегодня снега столько навалило, и народ вышел веселиться. Так вот шутками, прибаутками, под елочкой. Только не в камеру. Ты превращаешься в снеговика. Да. Как все старые года, и новые сюда хочу. И мы можем еще выпить. Просто с Новым так? Годом. А почему? С Новым годом. От Нового года прошло всего сколько? Вот мы поднимаемся на подъемнике. В самую первую очередь. Это самый низ прямо из дома. Да. В таком красивом лесу. Вот сегодня у них считается плохая погода. Это называется здесь плохая погода. Вчера а впереди вон Саша с Мариной. Леш, скажи еще, скажи, что сегодня выпало 30-40 сантиметров снега. Вот смотри, по пояс снега. Народ балдеет. Народ балдеет, как может, кто из снега выковыривается, кто катается, как умеет. Саш, Марин, по первому слову, как говорит Саша. Сегодня класс. Громче говори, тебя плохо слышно в камеру. Сегодня пухляк, сегодня катаемся по пухляку. По пухляку или по тухляку? Мы катаемся по пухляку, с тухляком. Как погода, Саша? Сказано же, плохая. Супер. Смотрите, смотрите. О такой погоде мечтают многие. Даже спускаются на вертолете в такие условия. А у нас все это... Шикарно. Маша. А, ой, Леш, ты близко меня не снимай, только пожалуйста. Маш, мне вот что, надо спрыгнуть с подъемника? Ну ты убери, удали меня куда-нибудь. Маш, дальше я тебя удалить не могу. Можно я тогда удалюсь куда-нибудь? Куда? Ты спрыгнешь с подъемника, так. Я тебя буду снимать. И что я должна сказать? Ты должна сказать правду. Хорошо. Леш, ну хорошо, ну красиво очень. Ну мне нравится такая погода, мне нравится, что столько снега. Мы наконец-то сегодня покатаемся, потому что... Что значит наконец? А вчера? Ну вчера в морду снег. Если не считать урагана. Ураган? Нет, ну я считаю, что сегодня должно быть интереснее. Сегодня столько снега выпало, явно будет хорошее катание.
Мы постараемся сегодня выполнить план. И приехать не в 4 часа, а в 5. А то мы обычно приезжаем в 4, а надо приехать в 5, как Миша с Ашотом. Чтоб до конца. Не надо до конца. Но у нас еще долгая и счастливая жизнь должна быть впереди. Смотри-ка, они не чистят всюду-то, да? То есть тут какие-то такие... Не чистят что? Это же не дорога для автомобилей. Маша, хватит зевать. Ты что-то ли в камеру говоришь? Да. Можно сказать, интервью для газеты «Коневодство и конный спорт. Так, сейчас Россия». Я скажу. Сейчас мы поднимаемся наверх, это первый подъемник. А, вообще-то нам очень далеко ехать на другой край Лапланя. То есть сейчас мы поднимемся, потом мы еще спустимся, потом опять поднимемся. И, может быть, тогда мы приедем в ту точку, от которой мы будем кататься. Хотели посмотреть тот район. Все. Вот все? Это окончено. Интервью окончено? Да. За гонораром придете в кассу. Глаза. Маш, не зевай, ты портишь саундтрек нашего фильма своими зевотой. Потому что сегодня... Снег чистила огромная машина. А вот сейчас за этой елочкой будет видна другая гора, на которой мы тоже будем подниматься наверх. А потом мы перейдем через эту гору, спустимся в другую долину, там будет еще масса подъемников, и там мы будем сегодня кататься. Вот та горка. Вот туда. Для начала. Он работает, руки, да? Да. Он-то не работал, по-моему, да, Леша, когда мы в прошлый раз приезжали? А кругом вот такая красота. Хочется вообще по-пушистенькому, по-клозочку. Сейчас все будет. По-пологенькому. Вообще можно никуда не уезжать. Ведь люди, наверное, покупают себе Лаплань или Моншавон или Кош кусок за 5 копеек и катаются себе за 120 евро, а не за 320 евро. Нет, Машенька, мы должны кататься всюду. Так, мы слышим сигналы. Это Ашот нас вызывает по рации. Какова же реакция Саши? Никакая. Никакая. Сашка опять не работает, да? Да не вызывает меня. Слушай, ты знаешь, у меня такое ощущение, что дело не только в батарейках. Может, она просто мерзнет? А что, у тебя прям такая... Горячая грудь, что ли? Такая, конечно, да.
And I trade on nights and hours full of simple yesterday. Falling body to body next to mine. Freedom's just another word from nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Ben Garrett's easy love when Bobby sang the blues. Too good is good enough for me. Good enough for me and Bobby. Do, 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 do. The only me and Bobby McGee. She was my lover. She was my girl. She was everything I had in the world. Do, 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 do. Me on me and Bobby McGee. She was my lover. She was my girl. She was everything I had in the world. Relax in the night, man.
to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face. Living it up at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Сегодня мы решили сменить зону катания и переехать в Куршевель. Саша уже откапывает нашу машинку, как старательно. Девочки собираются, лыжи уже погружены. Сейчас раскопаемся и поедем. Валило много, народ ездит на цепях. У нас тоже есть цепи. Но только мы их пока не будем одевать, пока не упремся. Куршевельские поля. Ну, за Куршевельские поля? Это Саперави. За Куршевельские, да. Ви? Ви? Не подумайте, что вино, да? Ну как? В смысле поля? Да. Леша, ты тоже выпьешь, наверное, Марин спрашивает. Почему это? Я выпью за поля. Ну давай тогда. Держу. Место закуски. Давай. Все, я держу, Леша. Где? Мы сейчас уже приедем.